Приветствую, мои подписчики и гости моего канала. Вы задумались о покупке сабельной пилы, но сабельная пила — это цена там от 4000 начинается. Если что-то интересное, там и 5, и 6, и выше намного есть. Но у вас есть дрель, шуруповерт дома. И пилить как бы немного, но вот просто нужна сабельная пила. Есть шуруповерт аккумуляторный у вас. И там, не знаю, в саду нужно ветки отпилить. Почему бы и нет? Можно приобрести себе вот такую вот насадочку. Оп! Вот такая вот насадочка. Сейчас поближе покажу. Вот так вот. Диолдовская. Она идет на шуруповерт. На дрельку ее можно поставить. Такую вот штукенцию. И все, вставили полотно для сабельной пилы. Ну, как производитель утверждает, может заменить сабельную пилу. Ну, я не думаю, конечно. Но если немного пилить, то, я думаю, вам ее вполне хватит. Давайте откроем, посмотрим, что с ней идет. С ней идет комплект такой у нас. Здесь у нас два полотна. Сейчас распакую. Одно полотно для дерева. И одно полотно для металла. И шестигранничек, чтоб крепить. Также документики, мануал. И гарантийка всего 14 дней на проверку, так скажем. И все тут у нас по расходничкам. И вот она, ради чего мы собрались здесь. Сама насадочка. Вот так вот выглядит, сейчас посмотрю. Вот такая вот сама насадочка. Диолд здесь все. О, крутит она туда-сюда. Шаг ходок получается у нее 12 миллиметров. Вот этого самого беды самой ходячей. В общем, отличие сразу от сабельной пилы. Вот этот упор у нее в постоянку зафиксированный и не плавает. У сабельной пилы он плавающий. То есть, когда вы пилите почему-то, он обжимает ее. А этот он в постоянку прямой. Зафиксированный, в общем. Сама обрезинены вот эти места. Пластик такой плотный, добротный. Заусенцев ничего нету, то есть по внешне хорошо выглядит. Ну все, давайте сейчас мы ее попробуем поставить в шуруповерт и попробуем попилить ей. Пилить будем вот таким вот полотном матриковским по дереву, ну, деревяшечку. Так. Ой, какой бы нам взять шурик-то, а? О. Возьмем двенашку. От УАЗиса у нее 1300 оборотов на второй скорости. Думаю, нам будет хватит. Крепится, получается, просто в патрончик ее жмяк. И патрончик зафиксировали. О, видите, ходит, ходит. Ау-ау-ау-ау. Так, поставим второй режим. Вот. Аккумулятор дохнул, ладно, сейчас все поменяю. One eternity left. А вот второй режим. Вот, долбяет как. Так, биение есть вот в этом месте, потому что здесь жестко все. И она вращается, то есть ее постоянно надо держать, эту беду. Так, ставим полотно. Здесь на штоке у нас получается штырек под вот это отверстие на сабельной пилочке. Пилочку вставляем, на штырек одели. И затягиваем эту беду. Так. Вот, долбает как. Ну, аппарат, да? Хоть на медведя. Ну все, сейчас попробуем попилить. Ну, конечно, для эксперимента мы будем использовать нашу деревяшку березнюсушку, березу, ебама. В общем, деревяха у нас береза. Попробуем сейчас выпилить уголок. Вот так вот жмяк, и по вдоль, и поперек. Откуда вот эти отверстия, если кто не видел, вот здесь сейчас появится подсказочка.
Это как мы проверяли шуруповерт интерсколовский, и сдох он у нас один аккумулятор на 26-м саморезе вкрученном. В общем, переходи, смотри. Лайки ставить не забывай. А если не подписан, обязательно подпишись. Ну все, давайте попробуем. Прыгает, скачет, неудобно. Что, отпилили, в общем, какие ощущения, в общем, по парапилу, так скажем, как оно было у нас, вот так вот, да, вот пилил, вот отпил и вот отпил, по парапилу пилит ровно, конечно, ничего не скажешь, ну, фиксировано, это брякает, дребезжит еще, но это береза, да, что не особо, так вот это еще показать, вот так вот. Сложновато, тяжеловато. Думаю, если, например, сырую ветку пилить, что там в саду, например, да, то, я думаю, она вполне справится со своей задачей. А вот с таким это долго, проще даже, если что, ножовка это быстрее в разы будет отпилить, выпилить, чем такой фигней. В общем, честно, не советую такую беду. Но если для сада только вот, может быть, еще и пойдет. Где-то ремонты делать и выпиливать какие-то... Ну, куда не подлезть, например, ножовка, еще тоже можно как рассмотреть вариант. А так вот просто взять ее... Не, это лишняя трата денег. По цене, кстати, вот такая вот фигня стоит где-то 1600, ну и повыше. То есть не обязательно диолдовская. Есть разные фирмы. Китайских так их вообще куча. То есть, ну вот диолдовские от 1500 до 1600. И там ценник... До двух где-то расходятся. Ребята, вот такой вот у нас обзор на такую штукенцию. Честно, бесполезная штука. Если только для сада, то да, может еще и пригодится. Вообще инструмент, он должен работать. Шуруповерт крутить, сабельная пила пилить, лобзик тоже пилить. Это и быстрее, и намного удобнее, чем вот этой вот ерундой заниматься. Ну, понимаю, что если денег нету, то можно и попробовать. Ну вот, в общем, друзья, спасибо за просмотр. Кто досмотрел до этого момента, вообще красавчики и молодцы. Не забывайте ставить лайки, ну или дизлайки, если не понравилось вам. Обязательно напиши в комментариях свое мнение о вот этой вот беде. Нравится она тебе, не нравится, хотел бы ты себе такую или нет. Ну все, всем спасибо за просмотр и пока!